2 961 000 000 рублей на 2024 на 100 миллионов меньше, на 2025 и чуть больше 2,5 миллиардов на 2026. Доходная часть бюджета на плановый трехлетний период выглядит так. Проект составлялся по основным бюджетообразующим показателям. Налоговые и неналоговые доходы в 2024 году составят 808 миллионов, в 2025 – 792, в 2026 – 838 миллионов рублей. Структура налоговых доходов в 2024-2026 годах не меняется. И основными доходными источниками бюджета города традиционно будут являться налог на доходы физических лиц, имущественные налоги, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет города в 2024 году планируется в сумме 2 миллиардов 153 миллионов рублей. В 2025 году 2 миллиарда 11 миллионов рублей, 2026 миллиард 844 миллиона рублей. Расходная часть бюджета на предстоящий год чуть больше 3 миллиардов рублей. Отраслевая структура показывает, что наибольшая доля средств приходится на образование, национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. Обеспечение ресурсами приоритетных расходов, которые составляют 1 миллиард 112 миллионов. Обслуживание муниципального долга – это 13 миллионов 700 тысяч. Обеспечение дорожного и резервного фонда в сумме 346,5 миллионов рублей. Обеспечение обязательств по софинансированию расходов на выполнение мероприятий государственных программ – 9 миллионов 900 тысяч. Проект бюджета сформирован с дефицитом в сумме 113 миллионов рублей. Источники гашения – заемные средства и изменение остатков средств на счетах. Комиссии по бюджету, финансов и налоговой политики и по экономике и управлению собственностью рассмотрели проект бюджета на трехлетний период. Рекомендовано депутатам рассмотреть на ближайшей сессии. На публичных слушаниях его тоже поддержали.